Вчера в количестве 4 человек представитель банка Наталья Дмитриевна нас пригласила к себе в кабинет. Мы там пробыли в течение 2 часов. Единственное, что нам позволили на протяжении этих 2 часов, это нам дали возможность их слушать. Нам не дали возможности фактически ничего требовать. Все, что они нам предлагают, даже это не предлагают. Они нам предлагают, это не предлагают, заставляют. Вы должны. Должны, пролонгировать 90%. И только в этом случае мы вам будем выдавать 10%. С лимитом 1000 гривен в день. Да, с лимитом в 1000 гривен в день и с лимитом 5000 гривен в месяц. То есть мы можем снимать не более чем 5000 гривен в месяц. Сейчас наш банк, любимый, вынуждает нас взять вот этот гроб и носить в течение всего дня по пешеходному переходу. Потому что другого способа привлечь внимание прессы, общественности и руководства нет. Я не могу сказать вот сейчас всем сразу, потому что кто-то, тот и тот. У каждого бывают разные ситуации. У одного там 3 года, у одного валюты, у третьего времени и так далее и тому подобное. Поэтому необходимо с каждым клиентом, возможно, это недоработка на отделении.